Отличный фестиваль. Электромеханика представляет разноплановые вообще стили электронной музыки. Совершенно такое. Ну, я вообще даже не знаю, как называются эти стили. Ну, я, конечно, пришел на хедлайнера, на Игоря Старшинова, моего товарища, который сегодня просто зажег, порвал весь зал. Это было очень круто. Вот. Исполнял музыку Курёкина. Там были у него какие-то немножко накладки, но от этого, может быть, оно ярче и получилось в итоге. Рассказывал, что сегодня случилась одна очень странная мистическая штука, что после второй композиции у меня отказал аккомпанемент, и все оставшийся концерт мне пришлось отыгрывать на ходу. Вот. Но в целом все, как бы, фестиваль удался, мне кажется. Все меняется, но тот же спорный вопрос. Либо меняется, либо оно просто местами переставляется. Но в целом мне нравится. Важно что? Важно, чтобы люди собирались, приходили, слушали хорошую музыку, знакомились, общались. Раньше было больше андеграунда и больше публики, которая реально дико веселилась, и сейчас все, мне кажется, чуть-чуть поскованнее себя ведут, не знаю, с чем это связано, но я считаю, что такая тенденция есть. Курёкин андеграунд? Курёкин вполне андеграунд, несмотря на то, что переехал в новое здание. Конечно, жаль, что то здание прекратило свое существование. Здесь хорошая место для проведения, удобное. Да, но это очень сложно. Свой мир бы улучшить для многих тяжело. То, что говорить о мире. У всех сейчас диваны стали мягкие, всем все комфортно. Никто вряд ли что-то захочет менять в лучшую либо в плохую сторону. Поэтому я не знаю, я надеюсь, что да. Я надеюсь, что есть такой человек, и он может.
как, что-то особенное в этом году можно отметить? Ну мне вот эти ребята понравились, мы прям плясали, не думала, что... Вам нравится такая техно, да, получается? Ну да, казалось. Или управлять будущим? Я бы хотел научиться жить настоящим. С музыкой у меня вообще в последнее время тяжелые отношения. Слушать ее можно с удовольствием, а играть ее в последнее время что-то не очень хочется. А вообще, зависит от конкретной программы, от конкретной аудитории. Либо делается больший акцент на визуальное действие. И музыка не то что сводится к минимуму, но она как бы работает символически чисто. То есть обозначить какой-то путь.